Недавно возник повод поговорить о Казахстане в контексте влияния России и вообще, насколько Казахстан в последнее время выходит из орбиты так называемого русского мира. Вот недавно они решили убрать надписи на русском языке со своих денег. До этого говорили о переходе на латинскую графику. Наблюдаете ли вы уход Казахстана из-под влияния России? Я бы не сказал, что он так активно уходит. Казахстан, как мне кажется, я небольшой специалист по казахским делам, но, по-моему, Казахстан работает без суеты, работает плавно, но имеет некоторую цель. У них есть две разных проблемы. Одна проблема, которая, по-видимому, неразрешима, или, по крайней мере, трудно разрешима, это главная проблема любой диктатуры, любого авторитарного режима, это преемственность власти. Кого своим наследником назначит Назарбаев, как он это сделает, это действительно, как я понимаю, важнейший открытый вопрос. И здесь мне не кажется, что в Казахстане эффективная политика. Но в других отношениях, внешняя политика, экономическая политика, она, политика Казахстана, кажется достаточно эффективной. Без дергания, без скандалов, без шума и пыли Казахстан, несомненно, ослабляет свою зависимость от России, свои связи с Россией, но при этом не впадает ни в ярость, ни в позицию лучшего врага России, как Украина, ничего подобного. И вместе с тем, по-видимому, не впадает в вассальную зависимость от Китая. То есть он достаточно правильно и грамотно балансирует и экономически, и политически, и пиаровски между Россией и Китаем, не впадая ни в конфликт, ни в вассальные отношения ни с теми, ни с другими. А в целом, я думаю, что они становятся более самодостаточным государством, более состоявшимся государством. Ведь для главного, для любой республики бывшего Советского Союза, главное сейчас – это быть состоявшимся государством. То есть государством, которое проводит самостоятельную политику, не плетется в хвосте России и не живет по принципу антироссии, которая вообще достаточно самодостаточна и отделена от России, но одновременно не является и вассалом другого государства, то есть просто не поменяла одного хозяина на другого, а старается жить своим умом. И, в общем, надо сказать, что у довольно многих бывших стран Советского Союза это получается. Не только у Казахстана, мне кажется, что это более или менее получается в последнее время, особенно у Узбекистана. В значительной степени это получилось у Туркмении. Ну, Туркмения – это абсолютно закрытая страна, но закрытая и для России тоже. А в какой-то степени получилось у Азербайджана. Заметьте, все у авторитарных диктаторских стран. Значительно больше проблем с этим, не говоря уже, естественно, об Украине, значительно больше с этим проблем у Армении, которая находится в огромной зависимости от России. А также у такой, тоже диктаторской, тоже авторитарной страны, как Белоруссия, которая как рыба на крючке бьется-бьется, России не дается, но и оторваться не может. В общем, находится в более сильной зависимости. Так что я думаю, что Казахстан ведет политику правильную. Переход на латиницу – это один из элементов этой политики. Там элементов этих много. Они последовательно, без скандала, без крика, ослабляют одну нитку, связывающую с Россией, за другой, но совершенно при этом разрыв с Россией не является сверхценностью, не является, как я понимаю, какой-то национальной идеей любой ценой оторваться от России, ничего подобного. Будем сохранять отношения, будем дружить домами, но, естественно, ни о каком объединении, ни о каких вассальных отношениях, ни о каком ялыке на княжение не может быть и речи, как не может быть и речи и ни о какой жесткой зависимости экономической, политической и так далее.